Вот такие полезные инструменты я покажу вам в этом видео. И помните про конкурс, который будет в конце видео. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я сделал для вас большую подборку инструментов, которые вам пригодятся в дома или на работе с сайта AliExpress. Обязательно пользуйтесь кэшбэком. С ним вы вернете себе часть денег при покупке с большинства интернет-магазинов. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в интересном конкурсе. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будет поясная сумка. Наилучшее решение для хранения и переноски инструмента. Сумка практична и универсальна в использовании. Произведена из прочной пластмассы, что гарантирует высокое качество и долговечность. Имеет аж 9 отделений для инструмента и петлю для крепления молотка, либо изоленты. Крепится к брючному ремню, что обеспечивает удобство и комфорт во время работы. Телескопический выдвижной фонарик с магнитом. Идеальное средство для освещения труднодоступных мест. Фонарик выполнен с телескопической выдвижной конструкцией, длинной и удобной алюминиевой ручкой, которая может выдвигаться аж на 81 см. Удобные и эффективные средства для освещения мест, куда не может протянуться рука человека со стандартным фонарем. Практичность и выверенные формы делают телескопический выдвижной фонарик идеальным решением для домашнего ремонта, туристических походов, активного отдыха, альпинизма, рыбалки или охоты. Револьверная отвертка представляет собой ручной слесарный инструмент, используемый для завинчивания или отвинчивания крепежных деталей. Изделие незаменимо для выполнения монтажных и демонтажных работ у вас дома, на даче, в гараже и так далее. Отвертка снабжена функцией автоматической смены бит и эргономичной двухкомпонентной ручкой, обеспечивающей надежный и удобный захват инструмента во время работы. Биты изготовлены из хромованадиевой стали, практичны и долговечны в использовании. Пальцевая фреза с комплектом шарикоподшипников разного размера позволит вам без труда сделать паз или выбрать четверть, а благодаря комплекту из 6 шарикоподшипников вы сможете регулировать глубину фрезерования. На фрезах этого типа опорный подшипник жизненно необходим, иначе сложно будет обеспечить равномерные движения заготовок большой длины. Такое дополнение облегчает работу и бережет как насадку, так и шаблон. Насадка на дрель для резки металла. Очень популярные и полезные приспособления. Предназначено для резки металла толщиной до 1,8 мм. Работает по принципу вырубных ножниц. Позволяет осуществлять все виды резов. Использование для ее производства инструментальной стали дает возможность обеспечить максимальную прочность. Закрепляется в патроне, который и приводит механизм насадки в действие. Работает по принципу вырубных ножниц. Насадка позволяет осуществлять как линейные, так и фигурные резы. Подходит для раскроя материала при вентиляционных и кровельных работах. Сорванные шлицы на головках шурупов – головная боль любого мастера. И каждый мужчина с ней хоть раз изредка, но сталкивается. Набор насадок избавит вас от мучений в считанные секунды, не испортив поверхности, в которую был вкручен метис. 4 биты разных размеров подходят для самых разных шурупов, саморезов и болтов, какая бы ни была резьба. А использовать их можно с любым шуруповертом или дрелью. Магнитный фиксатор для сварки. Вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи. Благодаря магнитному фиксатору для сварки весь процесс может выполнять один рабочий, что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции. Позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций. Водонепроницаемые ударопрочные боксы предназначены для транспортировки, хранения и защиты электронного, оптического и другого оборудования в жестких условиях. Боксы абсолютно водонепроницаемы и обладают положительной плавучестью. Кейсы и боксы изготовлены из ударопрочных материалов и имеют обтекаемую форму, исключающую случаи травматизма. Он надежно защитит небольшие ваши электронные инструменты или гаджеты от попадания влаги, пыли и ударов. В конструкции предусмотрена уплотнительная прокладка для защиты от воды, а также надежные замки. Сверло для квадратных отверстий. Да-да, оно именно для того, чтобы сверлить квадратные отверстия. Оно называется сверло Ватса и работает по принципу треугольника Рело. Также сверло может выбрать прямоугольные пазы, при работе выбирает практически полный квадрат. Дополнительно по углам сверла расположены ножи, благодаря которым и достигается ровный прямой угол. Сверла есть разной ширины от 6 до 16 мм. В описании я оставлю ссылки на разный комплект и наборы.
Угловой магнитный уровень относится к классу профессионального измерительного инструмента. Данная модель предназначена для точного позиционирования труб и столбов во время их установки. Корпус инструмента складывается для более удобного хранения, а также принимает плоскую форму для работ на поверхности. Три глазка позволяют работнику максимально точно определить погрешность отклонения от вертикали и горизонтали. Шаг фиксации уровня составляет 15 градусов. Конструкция может быть раскрыта на любой угол от 0 до 180 градусов. Возможность крепления на любой опоре, в том числе неметаллической, благодаря резиновому жгуту, который регулируется. Устройство для заточки или поточки сверл. Если вам нужен легкий, компактный и недорогой аппарат для заточки сверл диаметром от 3 до 12 мм, обратите внимание на этот станок. Для выполнения своей функции в станке есть специальные отверстия с разным диаметром. Часто станок применяют в небольших мастерских или на стройке, используется в бытовых или полупрофессиональных условиях. Кнопка включения защищена от попадания пыли. Кернер для маркировки по металлу или дереву представляет собой специальное приспособление, которое служит для проведения начальной разметки перед сверлением. С помощью заостренного кончика проделывается небольшая лунка для точной вставки сверла именно в назначенном месте. Инструмент очень прочен и долговечен в использовании, так как изготовлен из качественной стали с добавлением хрома и ванадия. Распиратор с двойной защитой и очки предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от пара и газообразных вредных веществ и аэрозолей, пыли, дыма и тумана, присутствующих в воздухе рабочей зоны. В боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазные фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплен клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном. Эндоскоп-бароскоп представляет собой специальное устройство, которым осуществляется видеоинспекция в труднодоступных местах. Эндоскоп пригодится для автосервисов. С эндоскопом вы в три раза быстрее находите поломку. Для механиков – смотреть двигатель и коробку передач, проверить уровень бензина и масла, показать клиенту поломку. Строителям, для сантехников, мастерам, в частности установщикам кондиционеров, аквариумов, систем «Умный дом» и «Теплый пол». Поможет убедиться, что вы все сделали правильно. В общем, очень удобный и полезный гаджет. Универсальный бионический ключ. Он придуман, чтобы откручивать гайки любого размера, благодаря его умению подстраиваться под размер крепежа благодаря шести блокам из закаленной стали, которые надежно зажимают шестигранники. В итоге получается некий гибрид гаечного ключа и плоскогубцев, который, по мнению продавца, заменит вам аж 16 традиционных ключей. Как уверяют создатели, новинка обеспечивает от 10 до 30 раз более мощные усилия захвата, чем обычный ключ, и способна открутить даже закисший крепеж. Очки с LED-подсветкой являются идеальным решением для работы в темноте. Очки со светодиодными фонариками защищают глаза и оставляют обе руки свободными для большей эффективности. Эти очки с монолитной прозрачной поликарбонатной линзой не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения, покрытие от запотевания и от царапин. На дужках светодиодные фонари, которые позволяют проводить точные работы в условиях плохой освещенности. Рекомендуются для применения при существовании любой травматической или оптической угрозы. Возможно использование очков с фильтрующей полумаской. SMD-тестер. Он представляет собой портативный малогабаритный инструмент с батарейным питанием, который специально применяется для идентификации резистора, конденсатора, диода и стабилизатора светодиода. Кроме того, он отображается большим ЖК-дисплеем и автоматически отключается через 15 минут, если в этот период не нажата никакая кнопка. Корпус сделан очень удобно и качественно. Щупы съемные, при надобности могут быть заменены. Очень радует диапазон измерения емкостей, который также очень широкий. Емкости он меряет до почти 100 тысяч микрофарад. Лупа или третья рука в помощь любителям пайки. Приспособление освобождает руки для работ, оснащен двумя зажимами для крепления плат, LED-подсветка, лупой, держателем для паяльника и плавным поворотным механизмом. LED-подсветка служит главным образом при проведении паяльно-сварочных работ в электронике, ювелирном деле, сборке и ремонте для зажима мелких деталей в любом нужном положении, когда не хватает рук. С помощью лупы можно будет рассмотреть даже самые мелкие детали. Универсальный гаечный ключ.
Это инструмент, который заменяет большое количество гаечных ключей. С одной стороны есть ключ с захватом от 9 до 24 мм, а с другой стороны большой с захватом 24-45 мм. Также эти ключи имеют небольшую дугу захвата, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством. Зубья надежно прижимают и не дают срыва во время работы. Ключи изготовлены из закаленной качественной стали, а ручка лежит удобно в руке. Программируемый понижающий преобразователь напряжения. Преобразователь реализован на микросхеме STM32F100. Плата представляет собой программируемый понижающий преобразователь со стабилизацией тока и напряжения. Управление осуществляется с помощью графического цветного дисплея, энкодера и нескольких кнопок на панели. Устройство может отображать два рабочих экрана. Основной экран с индикацией текущих значений напряжения, тока и потребляемой мощности и вспомогательный экран для настроек, где предварительно выбираются установки тока или напряжения. Крутой универсальный мультитул. Большой набор инструментов позволяет использовать его для полноценного ремонта разнообразной техники. В комплект мультитула входят следующие инструменты. Подпружиненные плоскогубцы с кусачками, два лезвия, одно из которых имеет серрейторную заточку, две плоских отвертки разного размера, пилу по дереву, ножницы и другое. Очень удобный и эргономичный инструмент будет очень полезен для любителей путешествовать, активного отдыха и тех, кто просто привык все держать под рукой. Складная сумка для инструментов используется для хранения и переноски необходимых приспособлений. Складная конструкция позволяет убирать сумку при необходимости. Для транспортировки изделие оснащено металлической ручкой с резиновой накладкой. Есть множество маленьких карманов, предназначенных для хранения мелочей. Сумка изготовлена из прочного, влагостойкого, синтетического материала, что обеспечивает длительный срок службы. Вертикальное направляющее. Сверлить отверстия под ровным прямым углом, дрелью или шуруповертом практически невозможно. Вечно их перекашивает и уводит при работе, поэтому нужна направляющая. Она позволит удерживать сверло перпендикулярно поверхности. Вместе с ней идут сразу 5 адаптеров для сверл с диаметром от 6 до 10 мм. Пригодится в столярном деле и не только. Набор шестигранников. Данный набор состоит из 30 инструментов. В него входит 15 метрических шестигранников размером от 0,7 до 10, а также 15 дюймовых шестигранников от очень маленьких до 3 восьмых дюйма. Шестигранники сделаны из хромово-надевой стали, поэтому послужат вам долгие годы. Комплект продается в пластиковом кейсе для хранения. Пистолетный клапан для баллончика. Крутейшая штука для аэрозольных баллонов. Легко надевается на баллон поверх штатных распылителей, и вы получаете удобную рукоятку с курком для работы. Клапан будет полезен для баллонов с краской, смазкой или пеной и значительно упрощает работу по покраске деталей, что позволяет всегда быть чистым и стоит недорого. Экстрактор гаек. Набор из 10 экстракторов для болтов и гаек. Позволяет открутить болты с гаек с сорванными гранями. Достаточно просто накинуть экстрактор, подбить его и выкрутить с помощью рычага заклинившую гайку. Пригодится для колесных гаек, направляющих болтов суппорта. Даже секретки на дисках можно выкрутить. Подходит для гаек от 9 до 19 мм. Хороший и популярный набор для ремонта мелкой техники, телефонов, планшетов, ноутбуков и прочей электроники. В набор входит 50 бит с разными наконечниками, отвертка, два удлинителя, гибкий удлинитель и пинцет. Все это хранится в удобном кейсе с замком. Техники становится все больше, и такой набор уже должен быть у каждого в столе. Набор очень популярен, на него более 2000 заказов. Измеритель влажности предназначен для измерения влажности деревянных изделий, продуктов на основе целлюлозы, бамбука, хлопка, бумаги и многого другого. Компактный, надежный и легкий в использовании. Этот прибор может использоваться в лабораториях, на производстве, при входном и выходном контроле продукции. Он подходит для применения в пищевой, фармацевтической, химической промышленности. Работает на батарейках, которые, к сожалению, в комплекте не идут. Аккумуляторная отвертка Deco. Очень бюджетная отвертка на литии от фирмы Deco. У этой отвертки складная рукоятка, и ее можно держать как пистолетным способом и как отвертку. В комплекте есть гибкий вал, зарядка для аккумулятора и 10 разных бит. Аккумулятор имеет емкость 1300 мА, скорость вращения 1210 оборотов в минуту и усилие на 4,5 ньютон-метра. А еще в ней есть две светодиодные подсветки. Первая подсветка для рабочей зоны, чтобы было видно, что крутишь. А еще есть мощный фонарик в рукоятке. Получается, что это целая отвертка-фонарик.
инструмент для удаления заусенцев. Этот инструмент применяется для устранения следов штамповки при изготовлении пресс-форм и во время ремонтных работ в автомобильной сфере. Также является рабочим инструментом для гравировщиков, и ни одна тонкая работа не обходится без этого устройства. В комплекте 10 лезвий. Твердость лезвия 63 по шкале Роквелла. Диаметр лезвия 3,2 мм. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, на какой работе вы бы хотели работать. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!